году на свой первый рабочий день образовалась такая пробка человеческая. Походу рынок какой-то. Кстати, на работу мне сказали минут 10 пешком, а едем уже на машине полчаса. Вот так вот. Это таксист. Вот мой первый день в этом детском садике проходит. Вот это вот отработал только что и обед. Вот кушаю вместе с детьми. Да, ребят? Китайчики. Маленькие китайчики. Ну, только что я провел 4 занятия. Сейчас перерыв и дальше приступаем работать. Всем привет! Меня зовут Денис. Сейчас я нахожусь в городе Тайчжоу. В детском садике. Значит, сюда я приехал работать учителем английского языка. Прошла половина дня, значит, то есть прошло все очень быстро. Я, наверное, неделю к этому готовился, переживал, думал, не получится у меня. Ну, знаете, все очень быстро прошло. У меня все получилось. Правда, да, на первом уроке были заминочки у меня. Не все получалось, не попадал в такт с песней. Я там подготовил парочку песен. Не попадал в такт, короче, начал переживать очень. Ну, все прошло нормально, детям нравится мое преподавание. Весело, задорно. В общем, мне нравится здесь. Значит, в этом детском садике у меня будут проходить по 8 уроков. Длительность одного урока примерно 20-30 минут. Вот сегодня, значит, у меня должно было быть 8 уроков, но я увлекся так, что, в общем, пропустил один урок. И в итоге сегодня у меня будет 7 уроков. Ну, директор школы не против был, так как я сказал, что я первый день сегодня, я не в курсе, ребята. Ну, она отнеслась к этому нормально, в общем. В общем, завтра я еду в другой детский садик, где у меня будет 7 уроков по 20-25 минут. То есть расстояние между этими двумя детскими садиками примерно, на машине, если добираться, примерно полчаса. То есть директор одного садика нанимает таксиста. Таксист меня забирает и привозит сюда. Вот полчаса в пути. В детском садике меня покормили и завтраком, и обедом. На обед, что запомнилось, была жареная картошка, по которой я очень скучал. Да. В целом мне нравится здесь и советую всем, кто, у кого есть желание попробовать себя в роли учителя английского языка, приезжайте, пытайтесь, добивайтесь поставленных целей. То есть вот когда я собирался сюда ехать, знаете, я ж понимал, что у меня нет опыта учителя английского языка. Уровень-то у меня слабенький был. Ну так я позанимался месяцок-другой, подтянул английский свой. В общем, позанимался, да, и вот я здесь, то есть поставил цель и добился ее.
чего желаю и вам. Добивайтесь своих целей, верьте в себя. У вас все получится. До встречи. После рабочего дня еду домой. Вот этот таксист всегда забирает меня с работы. Ты человек.